Совсем скоро, в 15-20 апреля из Москвы отправляется большая арктическая экспедиция, новая большая арктическая экспедиция. И в этом году мы решили немножечко отстроить экспедицию от предыдущих раз. У нас не будет отряда науки, у нас будет отряд московских профессионалов. Это ребята, которые учатся в московских колледжах и которые будут тестировать различные гипотезы, как же на самом удаленном, на самом сложно доступном мысе нашей Родины, на мысе Челюскине, поставить такой вот передвижной экспедиционный городок. Это экспедиция, в рамках которой наши прекрасные студенты, наши умные руки Москвы будут собирать палаточный городок, мини-городок на мысе Челюскин под руководством наших мастеров. Фирма «Баск» при непосредственном участии полярников разработала такой вот уникальный продукт – арктическая палатка для сверхнизких температур. Палатка называется «Арктика», вмещает в себя от 8 до 12 человек, позволяет с комфортом им разместиться, выдерживает ветровые нагрузки 35-40 метров в секунду. В палатке еще разработаны специальные коннекторы, которые позволяют составлять несколько палаток, некое единое пространство и строить там целые полярные города. Вот эта вот арктическая палатка, вот этот арктический модуль, да, это один из элементов будущего города. Мы хотим вот такую штуку, такой модуль поставить на мысе Челюскин. Мы сегодня впервые ее поставили в колледже 26 кадр. Смотрим, как она выглядит, как она устроена. Но сейчас ребята поедут для того, чтобы все-таки тестировать различные оборудования, различные системы, как эту палатку установить на льду, как ее прикрепить, как забуриться в вечную мерзлоту. Я надеюсь, что все будет у нас как-то хорошо.